Ну а сейчас в Кызылординскую область, там почти 15 миллионов мальков ценных промысловых пород рыб выпустили в водоемы. Десятилетия назад они чуть было не исчезли. Восстановить популяцию удалось за счет государственного рыбопитомника «Камыстыбас». В 35 инкубационных прудах, расположенных в аральском селе Козжара, воспроизводят популяции карпов, белого амура и толстолобика. Благодаря господдержке здесь увеличили производственную мощность почти в 5 раз. Большое внимание уделяют и восстановлению экосистемы. Проводится масштабная работа по очистке водоемов и прибрежных зон. С начала года с 250 рек и озер области собрали 15 тонн мусора. Сегодня переработкой рыбы в регионе занимаются 10 предприятий. 80% выпускаемой ими продукции предназначены для экспорта. За сезон в прудах выращено 14 миллионов 800 тысяч сикалеток и 420 тысяч мальков двухлеток. Молодняк направлен на восполнение рыбных запасов. 60% будут выпущены в воды Малого Арала, остальные в водоемы региона.